Всем привет, меня зовут Барышева Юлия. Меня Алексюк Мария. Меня Скворцова Дарья. И мы тренеры студии танца на пилоне Let's Fly. В этом видео мы рассмотрим связки октября для продвинутого уровня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и давайте начинать разбор. В этой связке у вас могут возникнуть трудности с таким элементом, как фламинго. Заход в этот элемент обычно делается через птичку. Убедитесь, что в птичке вы хорошо выталкиваетесь руками вперед. После того, как вы убедились, что хорошо выталкиваетесь руками, цепляемся верхней стопой за пилон и ставим нижнюю ногу. Если у вас не хватает силы в спине для того, чтобы достаточно вытолкнуться вперед, вы можете переставить ближнюю руку наверх. В этой связке я предлагаю вам разобрать, как просунуть ногу из флага в шпагат Марион. Для того, чтобы засунуть ногу в шпагат Марион, из положения флага нужно перейти в положение флаг в колечко. То есть хорошо прогнуть спину. Прогибаем спину и опускаем ногу вниз. Просовываем между рукой и пилоном. Если вы не умеете делать хвост дракона в кольцо, можно сделать его в шпагат. Сегодня мы разобрали три связки продвинутого уровня. Отмечайте ту, что больше всего понравилось в комментариях, и отрабатывайте ее на занятиях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Барышева Юлия. До встречи!